Так, главное ехать в противоположную сторону течения. Да, вы меня окружили. Повезло. Это скилл, ебать. Только баркиры такой нет. Откуда там взялся? Таксовал? Да, блядь. Чё? Да, блядь! Он взял телепорт, увидел тебя и поехал к тебе с телепортом на руках. Какой в этом смысл бухить? Это типа игроки, которые дофига армисты, к другим играм не приспособлены. Не, ну почему же? Я уже второй раунд беру. Нет, нет, третий. Видом сверху. И 3D. Так, из-за чего у меня? Ну, понятно было. За тобой зелененькая штучка ехала. Я не паникую, когда за мной едет зеленый танк, я паникую, когда едет за мной желтый танк. Нормально, нормально. Ты зачем стену ломаешь? Таксистам жить не даю. Ты ну, даже нафиг, после... ну нафиг от вас всех. Ты даже после убийства не можешь спокойно вздохнуть. Ну все, изи раунд, епта. Да, изи. Он снова словил свои же. Блять, ну ёбаный в рот. Вчера я так с собой большой шарик. Я сам удивился. Понял. Феня, быстрее, быстрее, тебя догоняют. Феня, не ври. Ой. Ну. Получилось, в принципе, забавно. Блять, я не знаю, куда деваться уже. А что, тебя вынесли уже? Нет, от тебя. Я еще жив. Цел, орел, болят. Нахрен вас. Оберни! Разведулись. На заре! Окей. Так, давайте мы пока сами. Разменю. О! Что там это, зеленое?
Стой, блядь. У меня такое ощущение, что шарики, которые выпускает Финя, как самонаводка летят. Шарики, которые выпускает Финя, это этот бумеранг. Ой-ой-ой, он смертником оказался. Да, тупо, да, мама. Да, я не туда посмотрел. Максим, пока. Пу-пу-пу. А, Федя, не смотри назад. Максимально странно, максимально тупо. А, ты помер, получается, да? Не. Я думал, она уже прекратила нам исследовать. Она прекратила. Он уже поехал без нее. Ой, блядь, ты что тут делаешь? Что говорит, брат? Кто еще остался? Это кого убил? Никого. Блять. Я сам... никого. Как обычно. Да, блять. Забывается. Классный муффин, я оценил. Чтоб ты понимал, он ко мне спиной приехал. Опа. Ну все, главное уехать. Блять. Танки не твое однозначно, мне кажется. Это смотря какие. Ну, если про всякую фигню китайскую, типа там World of Tanks говорить, то... Китайскую? Нифига себе. Дешманскую. Нет, это имелось в виду игра низкого качества. Ага. Самые офигенные танки это War Thunder. Да, особенно когда летишь такой на танке. Да, кстати, такое бывает. Особенно ты, когда 152-миллиметровый этот калибр не пробиваешь какую-нибудь танкетку мелкую. У тебя, да, сзади было. Выпускай. Ну, мужики, вы там разбираетесь сами. Блять, суки. Ты же сказал, разбирайтесь. Суки, суки, да это же твой снаряд был. Ну вас нахуй, заебали. Я в уголочек забьюсь. Ой, там твоя тоже полетела, да? Не. Откуда у меня ракета? Ты че? Я же на танке. Я на танке, да. Я удивлен, что ты дожил до этого момента. Еще один, сука.
Дух фени вселился случайно. Че, ракета по одному квадрату летает. А я думал, она этот... сквозь эти как он там стенки пролетает. Я думал, мой танк справа. Ой, слева, точнее, я поэтому повернул направо. Блядь. Кого-то захуярили, да? Он выжил. А сейчас? А сейчас нет. Ну, там почти вровень идете, аутсайдеры. А нафиг я по ван этот по фене стреляю, он же не так опасен, оказывается. Ты откуда тут взялся? Пала. Сзади! Я просто думал, все танкисты так делают, нет? Особенно кто ездит на голубых танках. И да раз. Ты правильно их определил. Ау. Да ёбаный в рот. Только не говори, что он опять сам себе. Да, давай, давай, еще. Да, верно, едешь. Да ладно! Ты это видел? Да. Надо записать это в красную книжечку. Ну, это классика. У тебя там... Вроде они у всех есть. Ой. Воткнулся. Это строительный снаряд был, он с первого раза у нас так оказывается. Какой строительный снаряд? А, я строительный. Ну, который разрушает молоточек. Майнкрафт? Да-да. Я видел твою смерть, Макс. Твоя смерть не будет напрасной. А тебя не удивляет, что после твоей смерти я мимо проехал? Ага. Я знаю то, что ты живой. Так он тоже живой, то есть... он там в углу стоит. Блять, я чуть си... Судя по обрывку, похоже, ракета долетела до цели. Так, судя по тому, что один умер, а другой нет. Ай да хорош я. Блин. Ну, остановился. Там сзади желтый танк, вот это страшно. Ну ладно, оказалось, не так страшно. Фень, да, нет, ну ты... Вот ты делаешь? Как он еще выжил после... Феня! Я вообще нифига не понял, что он делал. Это было мега странно и мега непонятно.
Да, не тут я танк стёк только что. Кто, блядь, говорил то, что кто-то убивается сам себя? Да это не склик был. Мне это происходит один раз за несколько каток. А у тебя это постоянно. Там че, кто-то умер, что ли? Я просто... Погоди, погоди, давай, давай! Да ладно! Феником Бэкет, похоже, пошел. Он специально притворялся, умирал в этот, чтобы нам фору дать. Да ты откуда тут взялся? Таксую. Давай, стрельни этот снаряд, да, да, да. Ты чуть... Короче, Феник чуть по круговой его не обогнал и не выехал перед ним. Везучий, сука. В данном случае, в случае Феникса, это везение, а не скилл. Не поспоришь. А где он? Я просто... Кто? Вандал? Таксует? И... Фень, у тебя телепорт, ты стрелять не можешь. Ку-ку. Ты... Ладно. Так, и камбэк, камбэк пошел. Блядь. А, это там случилось и кого-то, да? Живых? Ну, вот не, за, ну, задание, задание я не уверен. В смысле, ты не уверен? А, ну все нормально. Слушай, имея в виду счет раунда, это надо у тебя спрашивать, что удивительно, что ты жив. Так, чисто фигов. Блядь. Там машинка едет страшная. Вы в метре друг от друга были. Были. Дальше неинтересно. Ага, стенка. Ух ты, блядь. Смотри, смотри, камбэкает, камбэкает, камбэкает. Что произошло? Камбэк пошел. Блять, не прочитал, ладно. Что ты должен был прочитать? Энциклопедию Гарри Поттера? На-на. Ух ты. Молодец, вандал. Убль.
Феникс Пират вышел, прикинь. У вас в вашем армайском отряде кто глава? Я. Феникс. А, ты, получается, это, да? Заместитель. Блин. Интересно получилось, да, Петь? О. Я сам не понял, что произошло. Сука. Максимально стандарт. Я сам себя закрыл, долбоёб. Ты пустую клетку закрыл, вместо того, чтобы самому закрыться. А чё у тебя за ракетка этот, на цифре 13, а? Ой, нехороший звук получается. Бля, тебе повезло, ты, слава богу, ты проснулся. Ага. Ага, понял. Я понял, я поехал. Меня клиент ждет. Фиксовать? Конечно. Ай, не скрикнулся. Чисто снаряды тут летают. Настреляют, а потом я их лицом собираю. Скажи спасибо, не камшот. А твою мать. Ой, вы там, парни, разбирайтесь, я даже ехать не буду. Че, не разобрались, что ли? Да, разобрались еще как. Блять. Да, под эту песню выживать на удовольствие. Ты уехал. Нихуя себе. Тихо, ты что-то. Чего вы летите в меня? Паровозик тут. Я так понял. Больно. Ой-ой-ой, Финик. Финик не сравнивается, смотри-ка. Камбэкает. Тихонько. Да ну нет. Да ладно, я поехал. Сука, какой дурацкий был звук. Там безвыходно было. Нет, с выходом. Че, телепорт, что ли, был? Да-да-да. Я тебя увидел. Вы у меня танк реально как такси в этих в старых играх на всяких там дэнди. Таксист, у тебя лицензия на этот есть? Да, на капоте пришиты эти. Саморезами. Ну, кстати, когда Жигу друга товарища ставили на учет, на саморезы прилепили ему крылья к бамперу.
до сих пор так ездит. Еще знаешь, чтобы техосмотр пройти, тут и самореза не было видно, там нам лишних вопросов не задали, мы их этот краской покрасили баллончиком. Прямо тут перед зданием ГИБДД. Хей. Блять. Я хотел опять тебя натроллить. Затроллить? Затроллил. Короче, там осталось только в Майнкрафт поиграть. Давай запустим. Ух ты. Видел такси? Это моя кучка, не стоит здесь больше. Подъезжаешь к гаишнику, такой говоришь, это моя тачка, не стой здесь больше. Типа машину сожгу. Так, здесь где-то еще зеленый такси катается. Не-не-не. Нет, далеко нет. Ну, близко. Ну, почти. Фень, знаю твою репутацию, тебе эти снаряды брать опасно. Вандал специальных, что ли, проехал? Для Фени оставил. А у меня же другой бонус. А, вон он катается. Пипец. Пипец. Там ракеты в миллиметр пролетел. Черт, не слышал случайно? Слышал. Я чисто наблюдаю, как вы вдвоем в двух точках стоите. Че, далеко друг от друга? Ну, почти. Ракета пролетела. Да Фини там сам себя уже убивает. А ты серьезно, блядь? Нет, я чехвально. О, это моя точка. Нет. Теперь это Фенина точка. Я там вижу стену. Давай. Ставлю. Перестройку дома видишь, да? Так, Фини живой. Что удивительно. Что ты тут делаешь? А ты как узнал, что Фини живой? Да что у него бонус висит? Что это было, Фини? Как я тебя наебал. Случайно причем? Блять, напугал. Устроим адский холокост. Бля, спасло вот эту тпшечка. На. Виу, водитель такси, останавливаемся. Лишение прав. Что? У меня их нет, блин. Ты знаешь, как мне знакомый прикололся. Он, короче, скидывает, как он летит 200, ну не 200, это там по городу гоняет, там 120 примерно, плюс-минус.
Короче, скидывают в Инстаграме этот, на официальный сайт нашего ГАИ. Ему, короче, гаишники пишут, тебе что, права мешают? Он отвечает, не помешали бы. Блядь, а чё он обратно-то вернулся? Ты, похоже, тебя не укусил. Я две выпустил. Перестройка! А ты, сука. А ты сдох ещё, скажи, да? Ну на! Блин, сука! Это были твои? Блин, серьезно? Ай, красава, я воткнул. Блин, вроде карта-то небольшая, где все? О, здорово. Здорово. Понятно. А так ты один живой был? Это по клиентам фигово, да, таксист? Сразу в Вальгалу, ебать. Ладно, че не стреляй. Нет, тебе не всегда на пользу идет стрельба твоя. Тихо, он спит. Не мешай. Иу-ви-у-ви-у-ви-у-ви-у. Ну и где этот таксист хер? Уже 5 час его еще. Ну, я тебя только что видел. По карте, да? Вон, смотрю, у зеленого ракета сейчас. Блядь! На 6 срок. Ух ты! Ты смотрю, прошаренный таксист верный путь выбрал. И Феникс объехал его снаряд. Чего, блядь? А я как... Блядь! Откуда она там делалась, блядь? Это он её выпустил! О, боже мой! А ты как умер? Тебя что, Феник укусил, что ли? Или Феник комп отобрал, я не понимаю. Красава. Два изи раунда. Нет! Да идите в задницу. Мы двое были, блядь, там. О, прям тупошно все удобно. Да нахер ты ему говоришь? Я тебе прям этот за спину тупошнулся. Это знаешь, когда только этот решил чуть-чуть нарушить, а винты тут как тут говорит. Че, хрень, без снарядов, да, теперь? Ух, ёсь, откуда ты их высрал? Прикинь. Упс. Ха-ха-ха-ха-ха.